Владивосток, 18 июня 2022 года. Впереди завод Solers. Роснефть. А тут изобилие ландшафтного дизайна. Всякие кустики красиво постриженные. Газончики. Здесь такая курилка, стоянка для велосипедов. Такое интересное пространство общественное. Столики стоят. Деревянное покрытие, здесь такое, тропинки деревянные, лавочки. Ёлка. Это центральная часть, такая вот сцена. Кустики, деревца красивые, всякие разные лавочки, здесь клумбы с кустиками, ну и здесь за этими клумбами небольшая стоянка есть. Кустик цветущий.
то это розовый какой-то кустик непонятный, что это за цветы такие. Елочки, так кругами какими-то елки. Елка вот такой вот.